Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Сегодня поиграем в игру, которая называется Cat Forest. Давай посмотрим, что это. Какой тяжелый день. Разорвать документы на клочки было моей ошибкой. Но что же делать? Собрать все части воедино? У меня возникает одно желание. Все бросить и уйти подальше. Топ-топ-топ. Мяу. Чистая вода, прохладный воздух, свежая мята. Давай насладимся кемпингом и фермерством. Звучит неплохо. Нет времени для самолюбования. Мне нужно домой. Топ-топ-топ. Бабуля. Что это? Получил письмо. Моя любимая бабуля-кошка, твои лапки все-таки же мягкие. Несколько дней назад дед-кот травмировался, когда резвился, нанюхавшись мяты. Должно быть, настало время нам выйти на пенсию. Тем не менее, мы бы хотели, чтобы ты осмотрелся в лагере, который видели в лесу. Посети это место. Мяу. Вот, это мой шанс. И я мечтаю о мирном ведении сельского хозяйства, управлять собственным кемпингом. Вот такая вот у нас предыстория была. Ну что ж, давай посмотрим. Но, как мне следует назвать свой лагерь? Название. А как назвать? Я даже не знаю. Ну, предположим... Как назвать-то? Я даже не знаю, ребят. Если честно, у меня даже никаких идей нету. Разгуляйка. Пускай будет так. Решение. Окей? Все, кемпинг мой называется «Разгуляйка». Детское какое-то название, но тем не менее. Так, ну что же, вот, я так понимаю, это мы. Идеально, начнем давай. Ну давай. Слишком много сорняков, мне следует от них избавиться. Окей, выбираем лапку. Сбор включен. Нажимая на сорняки вокруг кемпинга. Это сорняки? О, он начинает рубить. Выкашиваем всякую гадость сюда. А, сорняки, вот. Ошибочка вышла, друзья мои. Сорняки, оказывается, вот. А я, по-моему, куст уничтожил какой-то. Ну, бывает. Ребят, первый раз запускаю игру, поэтому не обессудьте. Что-то там мне. Проведи по предмету, чтобы его подобрать. Окей. Вот так вот, да? А, вот. Вот так вот мы с тобой собираем. Давай срубим дерево. Бревна очень полезный материал. Я с тобой соглашусь, котик. В этом плане. Видите ли, бабушка с дедушкой ушли на пенсию. Оставили мне, как говорится, приданное такое, да, за которым я должен наблюдать и вести свое хозяйство. Так, бревна я забираю. Готово. Давай, отключим сбор. А почему? Теперь осмотрись, нажимая на землю. И что? Подожди, ты мне и там, и там. Что-то ты мне запутал. Следует ли нам продвигаться в поисках? Ознакомься с целями на закладке. Закладочка. Получи полено, 10 штук. Окей. Все. Хорошо. Для лагеря нужна палатка. Она привлечет посетителей. Давай используем ткань для палатки. Нам потребуется 5 штук. Окей. Так, ткань. Сделать. Окей. О, надо же, он ткань делает через печку. Окей. Тяжелая работа. Требуется много усилий. Продукты питания должны помочь. Ага. Так, еда. Ну, о, ягодки у нас есть. Мы перекусили маленечко. Вкуснятина. Давай продолжим. Так, закладочка. Получить ткань. Построить палатку. В меню строительства. У нас есть все необходимое для установки. Давай установим палатку. Давай. Я что, против? Ух ты, тут разные палатки есть. Строить. Построим палаточку где-нибудь. Вот здесь. Я думаю, здесь будет ей самое то место. Соглашаемся. Он, естественно, ее пошел строить, а мы с тобой в это время... Теперь у нас точно будут посетители. Гости будут посещать лагерь только в... Только во что? Давай преобразуем это место в лучший в мире лагерь.
Да, давай я вот эти вот полено заберу. Ой, смотри-ка, к нам первые посетители идут. Два котика бегут. Подожди секунду. И что они сделают? Вот они устроились. Так, шишечку оставили какую-то. 40 штук аж. Так, мне нужно, судя по всему, так, давай-ка сбор с тобой сделаем. Мы будем вот это вот все убирать. Вот эти всякие сорняки, которые нам здесь не нужны, они мешают нам для дальнейшего строительства. О, какое-то перекати-поле, что ли, или что это такое, я не знаю. Задание-то у нас какое? Выполнили? Так, приготовить лапшу на офисной кухне. Офисная кухня, это, видимо, вот здесь, да? Лапша. Окей, давай сделаем с тобой лапши. Вот он там. А эти все гуляют. Ну, палатка у нас только одна. Не хватает, видимо, места для всех. Или же... Ой, наступила ночь. Вечереет. На ночь глядя, мы с тобой наелись. Зачем? Интересно, эти котики мне будут со временем потом помогать или нет? Так, давай-ка мы перекусим, так уж и быть. Лапшички с тобой съедим. Вот. И заберем реворд за выполненное задание. Сделать веревку в офисной мастерской. Мастерская где у нас с тобой? Вот здесь, да? Веревка. Сделать. Пускай делает. А мы вообще спать-то будем или нет? У нас, кстати, с тобой первый уровень, да? Опыт потихонечку растет. Сделал я веревку. Котики, что вы? Язык хвостиков действительно. Чего действительно? Так, а вот здесь вот у нас, ребята, палатки, да? Ух ты, тут нужно бревна, много тканей и тысяча... Шишки — это наш ресурс, вот что я тебе могу сказать. Почему ты не хочешь собирать? Давай собирай. Тут, видимо, мы можем с тобой и камень добывать, да? А ну, можем мы камень добыть? Да? Мы с тобой можем даже добывать камень. Это я все соберу. Так, что дальше? Вот эти вот какие-то тут... Ой, по-моему, теперь уже ребята уже ближе к ночи, и вон котята у нас пошли спать. А мне почему-то показывают кликнуть сюда. Почему? Я не могу перед ним. Вот. Да что ж ты будешь делать? Давай собирай, делай сбор. Так, мы собрали. Давай здесь вот расчистим. Кстати, я сейчас уровень получу. Вау. Повышение уровня лагеря. Новые гости скоро прибудут. Представляет возможность строить дополнительные палатки. Представляет возможность построить палатку. Палаточку, да? А сколько нам нужно? Я могу обычную палатку поставить, но нам нужна ткань. Для того, чтобы сделать ткань, естественно, мы с собой бежим домой и делаем ткань. Сделать. И опять у нас, друзья мои, утро. А что это за совочки? Я что, должен за них убирать, что ли, здесь? Да ну, хорош. Ты серьезно? А, это... Ну да, прикинь, я у них в палатке прибираюсь еще. За это получаю шишечки. За мою работу, так сказать, за то, что я им там почистил все. Так, давай-ка мы с тобой займемся сбором. Давай вот тут уберем отсюда ненужное лишнее. Территория-то здесь хоть большая у нас? Ох, елки ты палки. Территория-то просто огромная. Так, давай перекусим маленечко, наверное, с тобой ягодок. А энергия где у нас показывается? Не пойму пока. Еда, шкура, все дела. Давай вот так. А, мы вот так вот можем, что ли, сделать? А как я так сделал? А, вот, смотри, мы можем с тобой давать ему сразу несколько заданий. То есть он у нас будет с тобой вот так вот все это пропалывать здесь. Слушай, это прикольно. Нам нужно с тобой получить третий уровень. Или поставить палатку. А что, если я поставлю палатку еще? Ну, мне же хватит. Сео уровень повышен. Этого котенка звать Сео, походу, дело. Строить. Ага, ты смотри, палатка стоит, помимо ткани, еще нужно 500 шишек. Не все так просто. Можно мне ягодок собрать? Котик, давай соберем с тобой ягодки, потому что у нас с тобой мало еды. Тут есть карта. Кот лес, пещера, снежная... О-о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 -
территория. Так, я собрал камушки. Давай вот этот камень с тобой выкопаем. И... А что, если я его соберу? Я могу собрать яблочки вот эти вот? Да, могу. У него есть топорик.
Он спокойненько себе рубит, добывает древесину. Мне бы, конечно, хотелось бы получить как-то шкуру, мех или шерсть, что-нибудь такое. А для чего ты скажешь? А я тебе отвечу. Так, изба. Здесь могут расположиться еще больше гостей. В наличии места для 5 котов. Но здесь нужно много веревок и вот такие вот доски. Уже не бревна, и бревна нужны, но и доски. Для этого, наверное, нам нужна будет с тобой лесопилка. Ну, судя по всему. А где это все можно сделать? Где эти лесопилочки и так далее, там подобное делаются? Так, вот у нас тут. Сделать веревку я... А, 5 веревок нужно, а я только лишь одну сделал. Ну, давай. А вот, кстати... Так, вот оно количество. Вот как делается у нас. Сделать 5 веревочек. Будь добр, пожалуйста, котик, сделай. Так, он веревочки нам сделает. Потом мы там можем... Ух ты, смотри-ка, здесь можно уголь собирать и подкидывать сюда бревна, да, чтобы сделать тот самый уголь. Кстати, у нас скоро будет вечер и ночка не за горами. Ох, там котик мастерит, а? От души работает. Ну, готово, да? 5 веревочек мы с тобой сделали. Забираем награду и построить гамак из меню строительства. Это вот здесь. Смотрим, где у нас тут гамак. Удобство. Ах, вот оно что. Ну, подожди, у меня не хватит, во-первых, ткани. Это раз. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, еще сделаем ткани. Сколько нам, наверное? Ну, давай штучек 10. Это максимальное количество. Так, мы с тобой, ой, потратили вот эту вот штуку, которую мы здесь с тобой добываем. Слушай, ну таким образом мы с тобой быстренько здесь и уровень получим, и разовьемся. Правда, вот эти вот котики, они лентяи на самом деле. Вот они просто гуляют здесь, наслаждаются жизнью. И у нас с тобой основная валюта — это шишки. То есть нам надо больше гостей, чтобы они оставляли нам больше шишек, да? И, соответственно, мы с тобой могли что-то здесь дальше строить. А что вот за книжечка такая? Гость, випы и ресурсы, которые у меня в данный момент есть. Оу. Понял. Окей, книжка это показывает нам все наши ресурсы. Так, ну что мы с вами сделали? Давай вот здесь вот тоже пособираем маленечко. Окей, а можно посмотреть, как работает у нас вот этот вот костер? Уголь. Недостаточно материалов для дальнейших действий. Понял. А где мое питание? Ну, сытость, вот это вот все. Может быть, надо на C нажать? Шкурка. Ага, тут еще будут разные скины. Окей, давай мы с тобой соберем вот здесь вот ягодки. Продукты питания нам всегда нужны. Но самое интересное, что они тратятся. Они не вырастают больше здесь. Тут какой-то у нас загон. Тут тоже что-то непонятное, видимо, должно будет построиться. Давай тогда мы будем с тобой... А вот эти цветочки, если я... Зачем я так сделал? Ладно, пускай он срубит дерево. Потому что древесина нам нужна. Так, глухая ночь пошла. Все отправляются спать. Только я один тут работаю на благо всего. Цветочек. Ага. Давай вот это вот дерево с тобой тоже срубим. Тут ягод море. Прикольно. Но срубили дерево, получили кучу бревен. Забираем это все. Так, а следующее задание у нас какое? Построй... А, гамак. Для того, чтобы построить нам гамак, нам требуется ничего. Мы уже можем его... А, шишки, да, нужны? Или не нужны? Подожди-ка, может быть, я неправильно... Подожди, сейчас посмотрим. Если мы поставим с тобой гамак, и он будет работать, то все окей. Странно. А почему там было нарисовано 400 шишек нужно? Может быть, он будет приносить мне 400 шишек? А ну-ка. Гамак стоит. Пойдем уберемся у котов в палатке. Так. Опа, еще 40 шишечек. Я могу в этом гамаке сам-то покататься или что-нибудь сделать? Поднять уровень могу. Вау. Так, улучшает репутацию. Производит больше сосновых шишек. Все, понял, это все-таки производство шишек идет. Это не трата, а именно будем производить шишки. Задание выполнили, получаем 10 шишек. Сделать дерево 5 штук в офисной мастерской. А офисная мастерская это здесь, наверное, да? Значит, нам нужно с тобой сделать древесину. Окей, сделаем десяточек. Больше энергии требуется. Так, мы с тобой, видимо, проголодались.
и я забыл, как нам... Как нам перекусить-то? Как перекусить? Я забыл, как поесть, друзья мои. А, ну у нас же кухня есть с тобой. Так я здесь готовлю. Подожди секунду. Совсем все из головы улетело. 15 шишек. Как нам с тобой перекусить? Декорации тут какие-то, прикинь, удобно. Блин, лесное кафе, лесная библиотека, поле, музей даже будет и горячий источник. Это все хорошо. Сео, уйди сюда, пожалуйста. Объясни мне. А, вот, надо кликнуть на него и дать ему перекусить. Дает 5 энергии. А где энергия вообще показывается? А, вот, 9 из 28. Я теперь, друзья мои, еще больше разобрался в этой игре. А могу я съесть сразу, например, ну, не по одной ягодке, а там... Ну, сразу, например, целую кучу. Кстати, яблочки дают 5 энергии, а ягодка всего одну. Учти это. Ну, а теперь, я думаю, пора сделать нам бревна. Вот, 10 энергий мы с тобой потратим для того, чтобы сделать бревна. Даже не бревна, а доски. И в этот момент мы с тобой спокойненько собираем шишки. Шишки копятся сами по себе. О, смотри, котик пошел на гамак и лег, и чувствует себя, наверное, великолепно. Слушай, ну прикинь, да, солнышко пекет, тут тенечек, на гамачке кататься. Ой, мне же прям захотелось лето, друзья мои, где-нибудь на море. Повышение уровня лагеря. Новые гости скоро прибудут. Представляет возможность нанять дополнительного работника. Ох ты, прикинь, работника могу себе нанять. Вау. Солидно. Так, что нам нужно? 5 дерева сделать, да? Ну, он пока мастерит у меня там потихонечку. Пока делает, и уже все. Все он сделал. Мы забираем с тобой награду. Сделать ведро. Для ведра что нужно нам? Давай глянем. Так, перекусим еще, наверное, да? С тобой яблочко одно. Вот так вот. Нет, мне надо вот сюда вот. Ведро. Где оно? Покажите мне, пожалуйста. Инструменты, да, видимо. Ведро. Требуется для этого веревка. Две веревки. Давай сделаем с тобой 10 веревок, чтобы у нас уже голова с тобой не болела. Мы с тобой сделаем ведро. А для чего? Наверное, для того, чтобы набирать водичку. А водичка у нас тут где? Какое-нибудь озерцо есть? Вот я вижу как бы озерцо, но оно высохшее. Вот, есть речушка здесь у нас. Слушай, ну он хорошо устроился, наш котик. Бабушка с дедушкой знали, где покупать себе жилье. Фермочку эту. Они ушли на пенсию. Слушай, мне напоминает эту игру одну. Она есть на ПК. Как там, Stardew Valley, как так называется. Когда тебе наследство-то досталось от дедушки. И ты тоже там занимался этими постройками и так далее. Ну что, веревочки у нас с тобой есть, и мы должны сделать ведро в офисной мастерской. Вечерок наступил, а мы с тобой, как ни в чем не бывало, работаем, мастерим. Репутация 220 у нас. Котики, вечер, спать вам пора. Не хотят. Так, сделать ведро, я сделал. Набрать 1 единицу воды, нажав на реку. А ну-ка. О, тут еще и рыбачить можно будет. О, побежал, смотри, какой довольный. Хочу работника себе. Я устал один тут работать. Оу, 2 бутылочки с водой получил. Награда. Повысить уровень лагеря до 3. Это я уже сделал. Наймите работника на вкладке трудоустройства в офисе. А вот это уже вопрос. Где? Где у нас такая вкладка? Вот это вот. Нанять. Разместить объявление и нанять квалифицированных рабочих. Добавить слот за 200 золотых шишек. А у меня нет столько шишек, у меня только 100. Ну что, подаем объявление с вами. Оу. Стамина, скилл, ХП, шарм и удача. Ты посмотри-ка, удачливый. У Голди у нас самый удачливый, я смотрю, да? И стамина неплохая, кстати. Это я буду 600 шишек ему платить за работу или как? Недостаточно денег для найма. А-тя-тя-тя-тя. А-тя-тя. Лопухнулся я, друзья мои. Так а как же я тогда буду работягу нанимать? Сколько шишек нужно? Целая куча. Может быть, они, кстати, где-нибудь здесь падают? Например, с дерева. Может же быть такое, а? Как ты думаешь? Ну, давай сюда вот прибежим. Срубим это дерево.
дерево мы с тобой срубим. Так, а нам еще говорили, что мы можем поставить поле, верно? Я ведь не ошибаюсь? По-моему, нет. Так, давай посмотрим, что у нас вот здесь вот происходит. Здесь какой-то загон у нас. Он зайти, что ли, не может сюда? Нет, не может он сюда зайти почему-то. Так, пойдем, нам нужно с тобой насобирать очень много шишек. Очень много, 600 штук аж целых. Какой-то тут подсолнух у нас вырос. Что это я получил? Непонятную штуку какую-то. Так, ну что, давай порубим с тобой дерево. Вот это и сразу же вот это. И вот это тоже. И вот это вот. 4 дерева мы с тобой срубим. Слушай, ну вот это хорошо, что можно давать задания целую кучу. Мне это нравится. Не надо там на каждое задание переключаться отдельно. Просто фронт работы назначил, да, ему. Правда, у нас энергия кончается. Слушай, по-моему, нашему котику нужно перекусить. Это я тебе точно говорю. Он почему-то не хочет кушать. Пока. Сео, уровень повышен. Кстати, энергия восстанавливается сразу вся, когда уровень повышаем. Окей. Нарубили целую кучу здесь всякого добра. Шишечки собрали, 15 штук. Так, что у нас тут? Найми работника. Блин, ну они дорого стоят. Я не смогу их пока, в данный момент, быстренько так нанять. Можем камни с тобой, да, пособирать? Ведь можем же. Раз, два и три. Он их быстро очень собирает. По одному ударчику, и камень уже собрат у нас. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ночке мы остановимся. Если вам игра эта понравилась, то пишите в комментариях, и мы обязательно с вами продолжим. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.